играть Сережа Пеняев. Сергей полномерно готовится к выходу на поле. Мы не рискуем его состоянием, но прекрасно понимаем, что абсолютно здоровый игрок нам нужен, поэтому еще раз повторюсь, что полномерная его подводка к общей группе идет ежедневно. Сегодня будет много голов? Но мы очень рассчитываем на это, но самое главное, чтобы наши ворота были в неприкосновенности. Спасибо большое и удачи. Спасибо большое.
поздравляю с голом. Немножко вспомни эти эмоции. Какой-то пинбол в штрафной площади. Ну да, получилось пару рикошетов. Удачно отскочил, но я должен был забивать чуть пораньше в касание после стенки с глушенковым. Ну а детям перед матчем говорил на пресс-конференции, что забиваешь редко. Это и правда, очень редко забиваю, но сегодня удалось. В том числе его конкурент в линии атаки Вилсон Изидор, рядом Рифат Джамалетдинов. Иван Игнатьев поднимается со скамейки запасных. Напомню, что Изидор выходил и всегда забивал. Атака Сочи сейчас, мяч в штрафной площади. Пить кто будет? Косяками. Лучший игрок в апреле от болельщиков, теперь лучший игрок матча.
я бы не сказал, что косяками, да, мне приятно, но опять же для меня это не приоритет. Самое главное, что команда победила. И если быть честным и справедливым, как я привык, каким я привык являться, то мне кажется, приз лучшего игрока месяца должен быть у Ланкрата. А приз лучшего игрока матча тоже у него сегодня, потому что он потащил классный пенальти, опять же выручил нас в нужный момент, и за счет этого мы смогли переломить исход игры. Слушайте, ну столько голов забивает Локомотив, а лучше все равно, по мнению, внутри команды вратарь. Да, потому что вратарь — это полкоманды. Спасибо большое. Спасибо за гол. За гол. Молодец. Победа. Вот, что, ребята, победа!